1 июля в Артемовском городском округе изменится оплата за проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление уже принято администрацией округа. Стоимость проезда в автобусах по городским маршрутам на территории города составит 27 рублей за одну поездку. По маршрутам номер 4, 13 и 18, где перевозку осуществляют автомобильные средства малого класса, и разрешена посадка и высадка пассажиров в любом незапрещенном правилами дорожного движения месте, установлен тариф 2,3 рубля за один пассажирокилометр, но не менее 27 рублей. Так, на маршруте номер 4 Артем-Заводской стоимость проезда составит 58 рублей. На маршруте номер 13 Артем-Село Оленье 41 рубль. Номер 18 Артем-Село Ясное 44 рубля. Я не по тексту, потому что по тексту очень официально, там, амбициозно, то есть со всеми высказываниями. Я вам просто как отец, как дед. Сейчас уже можно расслабиться. Экзамены успешно сданы, впереди выпускной, а встреча с главой хоть и официальное мероприятие, но не строгое. Разговор получился о важном, о будущем. Только сильные духом, крепкие верой в себя, в своих родителей, а родители верой в своих детей – вот смогут действительно пройти эту школу жизни и в итоге как бы достичь чего-то. Всего 16 медалистов в этом году окончили школы с золотыми медалями. И это заслуженные награды и родителей, и учеников. Для того, чтобы получить вот эту золотую медаль, которую мы сейчас будем вручать, надо было сдать экзамен на 70 баллов. То есть каждый предмет, который выбрали, должен быть 70 баллов. И вот эти наши дети, которые, значит, сейчас закончили нашу школу, значит, они получили не только 70 баллов, они получили 98 баллов, они получили 94. Поэтому большое вам спасибо, вам творчество, вам успехов в вашей учебе, вам успехов во всей вашей жизни и, конечно, чтобы у вас исполнились все желания. Медаль вручается Бохан Анастасии Александровне, выпускнице средней школы номер 10. Благодарственное письмо главы города вручается родителям Александру Сергеевичу и Людмиле Валентиновне. Анастасия – ученица международного семинара «Молодежь. Территория Приморья». Увлекается музыкой и углубленно изучает английский язык. Вручая медали, глава города пожелал выпускникам найти себя в этой жизни и поблагодарил родителей за хорошее воспитание. Один из выпускников твердо решил, что он будет делать со своей наградой. Наверное, повешу на полку, буду любоваться. Тебе трудно давалось учеба? Нет. Я считаю, главное осознать, для чего ты учишься, осознать, что это необходимо лично для тебя, а не для родителей. И тогда учеба пойдет в нужном направлении. Нынешние выпускники – это поколение прагматиков, поэтому умеют добиваться поставленных целей. В первом классе я шел в школу, у меня была цель просто получить медаль сразу еще. В детском садике я знал, как ее получить, и шел к ней все 11 лет. Ну, может быть, ты знаешь, как в дальнейшем в жизни поступать? Пока не знаю, но надо думать своей головой, и все получится. Безусловно, у этих ребят все получится. И на совместном фотографировании глава города выразил надежду, что после окончания вузов многие из них вернутся в Артем навсегда. Добрый путь, выпускники 2019 года! Спасибо! Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик, Даная Михайлова. Городские новости.